С начала недели в Мурме выросло число больных коронавирусом, проходящих лечение в стационарах. Если на понедельник в инфекционных госпиталях находилось 37 жителей округа, то к пятнице эта цифра увеличилась до 51. Чуть подросло в Мурме количество так называемых активных больных со 101 до 110. На территории области за сутки COVID-19 лабораторно подтвержден у 24 человек. Общее число заболевших с начала пандемии – 5900. На 3 человека вновь увеличилось число умерших от коронавируса.